Гроза с дождем, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду и даже вероятность формирования смерчи. Согласитесь, не каждый день начинается с такого прогноза. 20 июня этого года запомнится жителям московского региона разбушевавшейся стихии. Шторм не обошел стороной и наш округ. Ветер стал усиливаться в районе 2 часов дня. То, что ждало улицы далее, вы видите на экране. Местами пострадали машины. В некоторых районах были зафиксированы жалобы на проблемы с подачей электричества. До вечера жители сообщили по единому номеру 112 о падении 60 деревьев. Все заявки городскими службами отрабатывались в кратчайшие сроки. О прошедшем урагане в нашем городе сегодня напоминают только такие вот свежие спилы деревьев. Наш округ достойно справился с последствиями стихии. Городские службы вывозят последние порубочные остатки. Главный же итог – пострадавших нет. Виктория Мельник, Владимир Логачев, Евгения Корытько, Щелковское телевидение.